что же, что, бургер? Нас здесь есть человек. Посвящается эта карта моим зрителям на ТикТоке. Весь контент, который вы смотрите, вот это сточная труба, по которой наши машины будут сейчас идти. Поехали. Такая лирика у тебя, конечно, вообще. Ну, надо же прогревать аудиторию, я не могу с тонами собирать толпы людей. Я тоже. Я должен использовать знания русского языка в благих целях. Ладно, допустим. Сейчас я буду бомбить, я думаю. Глеб говорит. Да, ребята, это карта бомбическая. Тут будет кровь. Ладно, надеюсь, быстро это будет все. Меньше получаса. Вообще так-то осталось 15 минут. Ребят, кто не писал, горшок ей на час, пожалуйста. Да. Она и так 12:42. Как раз. Я в 21 начала. Так начиналось. О, ну, въезд мне уже нравится. А, прикольно. Теперь точно доброй ночи. Ну пока, спокойной ночи. Да чё вы, плуги, вы видите? Да, меня. Примерно нахер, я понял. Примерно, да. Я думал, я... А, тут еще можно обратно упасть. О, нормально засейвился. Как я и говорил, карта как была кривой, так и осталась. Да. Дошел до верха. Блин, почему? Нет, я, кажется, не играла эту трубу. То есть спрятаться там невозможно, да? Только как повезет, да? Увернуться, ты можешь увернуться и езжай по стене. Если тебе повезет. Угу. Я вот полика увернулась вот. Лакер. А. Я не могу пройти чернобок, вы что, стебетесь? Да. Мы с Глебом увернулись как-то. Бульон здоров. О, гусь пока. Куда его нахер? Чё, супертормоз не работает, да? Уф. Давай. Это называется туалет вид изнутри. Когда едешь вверх и видишь, как какашка сейчас упадет. О. О, никого не зацепило? Ладно, респала, ну блин, мимо чека летел. Ой, зануда, мразь. Ага, цепанул я все-таки тебя, да? Ну да, блин, если ты назвал мразью. Блин. Прикольно, чё. Дети папы звали. А? Ай-яй-яй. Говорю, чтоб тебя дети папы звали. Да. Возможно и такое. Да, взорвала меня. Я тебе ничего не сделал. Эту карту просто принципиально не хотел запускать. Ну не предкарту, а именно автор. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, Нафан, ты меня подрезал. Кто-то. И все, она больше не едет. Да стой! Ничего, сам. Это что? Начальник, это кто? Это что? Это карта хорошая. Енот. Блин. Нахуй пойти не хочешь? Осуждаю. Ты ебать, едь нахуй, чертила ебаная, блядь. Ну, хватит ты, а. Закройся. И культурный стрим вообще-то. Нахер ты вообще туда полез? Тебе туда надо было ехать, да? У тебя там чекпоинт или чё? Не, ну ты тоже не писи. Получишь сейчас угол. Ой, ля, сорян, кого на субарике подохнул? Мой, я на 50-м месте, не могу скипнуть. Серьезно, я бы жмыхнулся перед самым чехом.
Вообще первый раз там прошу. По землю еду. Нормально, 100 раз не могла засадиться тоже. Привет, товарищ на Субару. Из-за черных экранов я не хочу респауниться. Приходится падать вниз и проходить снова. А, теперь я знаю, что это за товарищ на Субару был. Да нет! Будка. Чё? Ну давай. Не, мимо чекай. Может, меня вредный обматерить человек. Тоже? Черноблохи вылетел. Ну не увернулся, что теперь? Я виноват. Так, да угомони я свою путь. Я-то не вижу даже. Кто там? Это чё, это чё? А, понял. Будь здоров. Спасибо. Ну, теперь весь геймпад мокрый. И ты это, ну, аккуратней надо. Чуть никого. Вон лезет кто-то. Угу. Зануда, зануда. Я на платформе упал на Чернобога, а он меня отвез назад. Тихо, 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 тихо. О, я взял чекпоинт, отлично. Представляете, это карта на 30 человек. Да уж. Не, тут жесть на 30. Ай-яй-яй, хлебушек. Тут сгореть реально можно, если на 30 опускать. Блин, в 10-ром-то плохо. Уже. Капец, они вдвоем пролетели, мы два... Капец, они скользкие. Типы. Мы два Чернобога друг за другом, они обрывались вчетвером. Никто не умер. О! Блин, я на фургончике чуть Чернобог не выкинул. Вспомни. Олег, ну что, в чем проблемка? А? Стыки какие-то запинаешь. Угу. Поняла, ароматика. Когда было-то? На улице орёт тут еще. Такое время. Бустер, 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 нет! Да блин, стыки тут в этом бобике вообще цепляются. Невозможно, невозможно проехать. Цепляет. Да, блинские. О, медь, булочки. Ой, блин. Догрался? Не совсем. А, я понял, я на этом фургоне без колеса. Чё черный экран? У меня нормально без экрана. Сразу вешусь. Ну, тут все зависит от человека. Стыки, да пули, блин, ну нахрен заклебал. Это стыки, не я. Паровые. А из-за стыков. Невозможно. Че тут интересного? Я упарываюсь, ароматик, спи уже, не смотри сюда. И не слушай. Тут интересно, как мы смываемся. Ай-яй-яй, что рядом. Иди нафиг.
Покел, киллер вышел, да? Давай, отдыхайся. Сладких снов. Заклебали черный экран просто. Ой-ой-ой, кто-то на желтом бусике. Я на желтом. Уходи! Да ёп! Прямо надо езжать. Когда вот кого-то объезжаешь, как полик и зануду, вот. Начинается сразу. Прямо выезжать надо. Да, начинается с тех, кто прямо у въезда в круг. О, спасибо, Фоль. Подрезает. Собака. Бой этот не был. Не-не, Полик, ну он нормальный. Он сейчас пинал человека, который еле дошел к дверь. А это он меня пнул, он это самое, просто уже на разгоне был, потом оттормозился и откатился назад. Тогда тут это было другое. Куда он? Джасмин, зайка, ты что такой косой? Здесь никто не едет. А нет! Боя! Собаки! Их только поставил! Три штуки, блин, выехала, охереть совсем, вообще уже выехала. Ну, хрена. Вот как эту карту можно не играть, объясните мне. Я неделю... Не можно не играть, я не хочу больше, не буду я играть. Я выпрашиваю неделю эту карту. Это другая история по поводу автора, так что забей. Боя! Меня пнул чернобог. Как бы мне еще... Как бы мне еще по шапке не попало, то что я пошла сюда. Ты что за... Ну, в смысле? С 5-12, мне главное соседей не разбудить. Уа, неужели я вышел? Неужели я вышел с этого? Так, дети, идите спать, пожалуйста. Романтики. Ой-ё. Ну ай. Ой, я мимо Ой, почему мимо чека улетает? А бывает иногда такое, меня тоже так выкидывал. Давай равняться как-то. Черные экраны длинные. Да что там заводишься? Кто-то пердит или рыгает? Рыгает или пердит, реально рыгает. Черт, что происходит? Ладно, прости, зануда, я больше тебя не буду перекидывать на стрим. Не даю делать свои дела спокойно. Ты куда? Ты куда? Чего, Глеб? Случилось? Я понял. Что хотел сказать? Моя. Если тебе что-то ясно, поделись, чем интересно. Фух, я приехала. А, да, я тебе... В смысле, я на лимузинке была. Когда ты написала это. Кто видит лимузин Тенге? Лема. Это просто Ой. Утюг Я? Какой-то. Видел, что? Ну там не разглядеть уж. О! Глеб. А ну серьезно. Вот это я видела.
О, мне кажется, мы все внизу. Ни Черномога, ни одного нет. Кто-то едет. Ну, зануда. Ты знаешь, кто ты. Ай! Как ты? Ой. Олик розовый. Да-да, да-да. Кто-нибудь видит лимузин? Никто не видит. Ой, плуги возле входа. Господи. Ребят, девушка приходит к врачу, жалуется на боли в заднем проходе. И доктор говорит, где у вас болит? Она говорит, возле входа. Вот доктор говорит, как то все время будете нажимать только возле входа, а так болеть будет у вас. Что скажет? Смотри, спрашивает девушка, где у вас задница болит, типа. А девушка говорит, возле входа. И доктор говорит, как больше вы, чем больше будете называть эту точку входа, тем больше будет болеть. А, чем больше вы будете называть точку входа. Понятно. Фургон жесткий, не скипается. Я же бы сказал, тут чеков мало. Ну, звезда Бо получается. Зато веселье много. Ну ладно, когда немного человек, еще терпимо. У нас осталось-то 9 человек всего лишь. Человек терпимо. Ой, блин. Скипать побыстрее бы это все. 15 минут прошло уже. 3 минуты, хорошо. Можете скипнуть, я не обижусь. Ой, до конца мы чего, чтобы по пути эти борсим. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо. Кто-то там на финише уже есть? А чё, Джасмин финишный уже? Да. Ой, там еще эти стрёмно, наверное, на пожарке. Очень. Этот по-любому из-за пожарки он застрял. Боя мы держимся, не респаемся. Сейчас поедем. Сейчас сантехника вызовем, чтобы он вантузом нас. Чего? Мы зацепились где-то вдвоем посередине. А, у. Я проехал. 1 числа отпуск взял, хочу личный план реализовать. С 1 числа июня? Давай. Ну какие такие личные? Поделись секретиком. Дитсмус, блин. Чё, Дитс? Да так, перенаправил Чернобога в меня. Да, Ромка. Это не я. Да. Оно само. Чё у вас так много? Вы чё, на финише на этих? Поедете. Проехать не можете. Ну чё, кто поперёк встал, а енот, ты дурак? Она не заезжает. Заезжает. Давно. У меня всё, тебя не заезжает. То тебя всегда заезжает. Начера вот сканифтировать и выходить, не понимаю. Ну, Джасмин, куда? Финишнул и вышел. Текстуру ловит этой пожарки обоссанной. Финишнул и вышел, но это плохо. Ты же знаешь об этом. Повторяли же вроде. Все параллельно. Я эту карту на 30 человек. Для сольта морталя. Если поделишься, то реализуешь, так что говори. Старый. Все, спи, отпускаем. Угу. Ой. Мне просто на бустера должно тянуть. Финальный чекпоинт — это сюрприз. Жалпой. Если встаешь, то не поедет.
Ай, блин, прозрачный я был. Долго идет время? Не знаю. Да вы заколебали. Чего меня бесите с самого утра? А что ты бесишься? Бесишь? Ай-яй-яй, я человек не взял. Что вы бесите? Да что вы бесите? Ну хватит уже, ездить на себе человек. В моем случае с работы вы напрягаете. Ты мне на ушко шепнешь потом. Не бойся. Все будет хорошо. Я заколдую тебя на правильное вот это стечение обстоятельств. Боя, я тебя очень сильно. Взаимно. Знал об этом. Ну, ой, лезь, блин, вперед. Так едьте быстрее. Так у меня нет буста. О-о-о-о! Ой-ой-ой-ой! Вот выбор трека еще есть. Заишь, а куда ты? Ты заишь, ты 17-й, какая разница? Ждешь конца, наконец-то? Мне кажется, не принципиально вообще. А, Сафка кикнула его, видите ли. А, левый человек там кедик, по-моему. Я правый. Чё это? Ну чё, у тебя кедик? Ладно, на бок у меня. Ты шепнёшь на ушко, чё тебе надо. Ну, значит, это хороший человек. Ждешь, пока ты спать пойдешь. Нужно. Ты боя проехал, неужели? У меня лимузин. Да кто сзади пнул? Самая гнущаяся машина в этой игре — лимузин. Оля, сорян, полетанки исключаются. В смысле? Ну кто опять? О, я приехала. Ура! Ура, боя приехал на лимузин. Три раза пропустить тайминг просто из-за кого-то, кто плюжит в самом начале. Давай начнем с того, что здесь карта как бы не особо ровная. Да не то, что карта, можно банально отъехать назад. Зацените, ребят, зацените баланс. Ой, здравствуйте, енотика. Полосатый. О, вот это респект, что будет. Че? Ты что, енотиком? Пока то, да. Ля, нихера не вижу, я с собой ничего. Вообще много очень у вас тут. Че, чернобойки, кажется? Глеб упоролся в меня. Путь чистый, поехали. А нет, еще кто-то едет. Там Глеб. Кто-то едет. Кто-то едет. Я не вижу дна. Тихо. Ладно, Санечка. В смысле, Глеб, иди нахер! А как дам подбежать? Я не знаю. А никак, там Unreal просто вообще. Тайминг просто ловить, когда их нет. Вот невозможно. Да он один. На дампе там. Это финиш, да, я так понимаю, Глеба уже. Нет, вот. Он проехал. На туристической херне вот это вот финиш. Да блин, иди нахер. Ладно. Да дайте мне чек-то взять этот гребаный, наконец-то. Не было Белаза? В смысле, где был Белаза? В смысле, у Глеба только Белаз? Белаз хороший, это вот... хороший плохой чек Белаз. Там, а, да. То есть можно... Такое есть там. Он с левой стороны получается. Понял, Джасмин, слышал? Финиш. А чё лагерь-то? Хорошо бы, если бы ты был тоже на Белазе. Повеселил бы нас. Ой, да ну нахуй. Ой, ой, ой.
Полик, спокойной ночи. Да блин, нет! Нет, не Костя. Так, это, бульен. Пойдем потом разговаривать насчет нейронки. Нет, я спать. Ты кидаешь меня? Нам не о чем с тобой разговаривать. Ах, вот так вот, да, значит? Ну да, пока что. Ничего срочного нету, так что лучше я посплю. Ничего не горит же? Не горит. Так, ну как бы типа... Завтра рано вставать. А мне пофиг. Если по поводу прививок, то мне пофиг, в принципе, вообще. У меня там много их есть, я их меняю по очереди, и все. На 6 минут. Ну, есть такое. Может, надо закончить, так, значит? Так, он здесь столбится охеренно просто, чума. Тебе нормально там? Боя вот. Боя. С тобой все в порядке, Боя, ты спишь? Мне машину так деформировало, что я руль не мог... Так, гребаный Моника, я его душу мотал. Кого-кого? Там Моник. У меня холодос врубается, короче, основной Моник отрубается на секунду. Блок питания защиты. О, у меня финиш. Но у меня не было Белаза, короче. Белазна была слева, блядь. На двух чеках брала. Ой, Санечка. Привет. Успел объехать 2 или 3. Чернобога. И говорят, что ты уже на 6 минут опоздал, иди спи прямо сейчас лицом в клаву. Ну все, я могу выходить, так в принципе уже прощаться. Ну все, выходи. Отчтем только. Ну все получается, всем спасибо, всем пока. Все молодцы. Давай, доброй ночи. Кончаем на этом. 6 минут опоздал, ладно, в следующий раз, надеюсь, без опозданий. Пойдем спать. Всем спокойной ночи. Сейчас проверим еще, кто там едет. Ой-ой-ой, гусь. Не проехал еще. И Санечка, все. А, не вытягивает. Лечу вниз. Капец, заехали до самого верха, и гусь. Опа. Ну ладно. Всем пока-пока. Кто там хотел спать, идите наконец спать. Все уже точно, уже 100%. В смысле, все теперь уже 100%. Что 100%-то? На 100%, да, вы можете идти спать. С вероятностью 100%. Мы ложимся. Спокойной ночи, давайте. Всем пока-пока. Всем спасибо за все, за то, что вы есть, за то, что вы были, будете. Пока-пока. Ой, что-то я от музыки устала даже. Да, я тоже устала. Головка-вавка-вартухака, да?